Да, в темнотюке вроде ничего и не видно, там отдельные вмятинки проблюковывают. А так, конечно. Ну, посмотрим. Подефектовал, попробовал я. Тут на этом цвете, этот цвет, господи, как он, мурена, да, скорее всего, мурена, по-моему, мурена. Или что-то такое, вот, он выгорел, машинка как бы не свежая. Вот, полирую, и после полировки вмятинки хорошо загорелись, вот видно, да, вот, матовое. Вот на таком матовом плохо смотрится. А вот на вот таком глянце, видно и хорошо, и я имею в виду, видно, когда делаешь. Ну, капоте насчитали, что это тоже тут порядка 20, но опять же, так, бегом, бегом, бегом. Вот, они в подсчете, а тут где-то пропущенные, где-то не пропущенные. Не выдело, как бы. Все-таки металл советский, я бы сказал, очень упрямый. Вот, и, в общем-то, делается неплохо. Вот, ну, за исключением там, где, конечно, даже такой металл, была нагрузка такая, которая потянула металл. Вот такой у нас анонсик Нива. Нива это коротенькая. Вот, тут, конечно, и по бокам, и там кое-где досталось. Вот, тоже на багажника, видимо, да? И там. Вот, в полосатике видно. Ятинки. Ну, опять же, Нива, это ж машина рыболовов и прочее, так сказать, ну или дачная, можно сказать, машина, или охотничья. Вот, и как бы такие моменты вполне нормально. Машина для этого и создалась, чтобы ездила по бездорожью. Настал черед ее немножко подшаманить, привести ее, так сказать, красивый, нормальный вид. И потребовалось вот начать с этого. Значит, что касаемо разборки. Разборки тут как таковой не будет, потому что вот потолок пришлось снимать. И его новый придется делать. Вмятина, офигеть, какая на крыше. Вон она видна. Даже потолочена. Но это, наверное, что-то камень упал какой-то, а не градина. Вот такая вот штука. Сейчас включу подсветку, покажу. Вот она подсветка, вот она наша крыша. Короб у нас особо не подлезешь, если что, будем сверлить. Вот. Здесь то же самое, на герметике прям посажено от души. Вон они вмятины видны. Прям аж насквозь. Ну вот такая вот сделана ситуация у нас. В принципе, доступа хватает. Всего на крыше, потом тут будет геморрой. Но это уже не я буду ее ставить, слава богу. Поэтому проблем никаких. Вот, придется, скорее всего, как-то придется работать сзади. Вот, с этой двери работать по подвесе. И снять, да, скорее всего, я сниму вот эту дверь, потому что ее тоже легче править на столе. Вот, и здесь снимается задняя дверь, и отсюда туда вперед то же самое удобно. Еще один моментик. Я ростом маловат. Вот так становишься, и как раз хорошо видно крышу. Для того, чтобы машинку хорошо делать, хорошо видеть, надо полирнуть. Вот так вот я посыпал. Чуть-чуть. Это слабоабразивный рульчик мензерновский тоже. Вот. Абразивность у него, вот можно сказать, почти минимум, почти нету, но минимальная абразивность. И вот что получается с губкой. Вот, ну цвет такой краски. Будем поливать чуть-чуть, потому что плохо видно в лампу. Бликует, такое становится, а мне надо четко видеть, чтобы делать хорошо вмятину. Губка моментально, вот, прошелся я вот этот участок, маленький на капоте, да, все заблестело. Вот. Ямки стали видны, а губка сразу же устала.
Ну что, будем мыть. Ее только отмывать от этого. Вот. И сразу же вмятинки стали видно хорошо. Вот. Ну, для такого состояния ее придется отполировать. Ремонт будет очень неэффективным. Наполовину. Такого я себе позволить не могу. Чтобы наполовину. Ладно, я понимаю, там, где нет возможности. А тут как надо все делать. Продолжаем. Тут снимать особо нечего. Маленький нюансик. Вот берешь вот так, срезаешь. Почему? Потому что мойка безуспешная получается. Нифига оно не отмывается. Вот, получилось. Вот кое-где вот такие остаются, как пластилин. Вот он катается. Вот это отработка. Вот здесь остатки краски, остатки полироля. Вот все это надо будет убирать. Вот крошки, которые я вот пытался чистить, но это бесполезно. Вот для этого я, собственно, и взял убитый старый полировальник. А вот такой вот, я бы его просто на этой машине, он бы съелся. А так у меня вот лежат тут пачка стареньких, вот, которые не жалко потом выбросить. Ну что, он денег стоит. Сейчас вот, допустим, капот, крыша, я вот этих два вот и выброшу. Ну, что делать? Зато они как бы отслужат, работу выполнят уже. Полировать нормально, так полировальниками машину не пополируешь. Вот для таких целей я их оставляю, не выбрасываю, когда вот такие вещи приходится делать, а их надо делать, чтобы не брать нормальные полировальники. Это ребятам на заметку. Вот, не всегда и не все надо старое выбрасывать. Вот, просто что так, подрезаешь, ставишь по чуть и потом продолжаешь. Потом вот это вот вымыть не представляется возможным. Вот, это долго и нудно, можно растянуть это. Вот, видите, блестела крыша. А здесь еще матовая, вот ее видно прям. И капот тоже. Уже начал. Чуть по чуть. Вон красота какая. Так, ладно, продолжаем работу дальше. Вот, чуть-чуть потерял еще здесь. С этой стороны. Вот что я получил. Вот, уже тут она стерлась практически. Только вот здесь немножко в серединке есть. Уже ей место самое вот здесь вот. Вот там. Как раз она там хорошо пролезет. Берем вторую и продолжаем дальше. Вот новая губочка. И вот эту вторую часть крыши чуть-чуть я сдобрил полирольчиком. И сейчас будем полировать. Ведь порядок, чтобы было видно наши вмятинки. Ну и вот он, я тоже вот такой вот красивый. Вот он один. Вот он второй. Вот здесь вот почти. Всю вот эту красоту тоже вот она видно, да? Там. Здесь такая вот красота на крыше получилась. Теперь надо брать в руки волшебную тряпку и вот красоту вот, вот так отбрать, стирать, смывать. Вот, по-хорошему, конечно бы, типа намоечку. Вот это вот получается типа пластилина, это отработка. Здесь краска, вот она вместе с полиролей, вместе с чем угодно, в общем, такая вот. Глина не глина, пластилин не пластилин. О, ладно, хорошо. Одну часть работы уже сделали. Поехали дальше.
Ну что ж, одну тряпку изгваздал хорошо, другая так еще ничего, живая. Ну вот, я думаю, результат виден, да? Также вот и кровь. Нормально все. Где-то я не дотер там, но это мило. Вмятины стали хорошо видны. То же самое здесь. Вот. Видно, да? Вот она вмятина. Ну и так далее. Вот она вмятина. Вот она. Ну и дальше поехали. Вот она. И так далее и тому подобное. Вот мы видим, привел я в порядок. Вот там кое-где вот разводы остались, но зато вот вмятинка, как она хорошо стала видна. Вот тоже. Теперь как бы будет нормально работаться. Почему? Потому что я поставил лампу, один спет менял, другой. И плохо видно. А видеть надо хорошо. Вот, ну что, приступаем к работе. Что теперь? Дальше уже рутинная работа с вмятинами. Вот, у нас тут деталей несколько. Вот, допустим, капот, крыша, задняя дверь. А потом, если что-то где-то еще увидим, я вот эти базы дефектовал, ничего там не делал, пока надо сделать эту работу. А потом уже думать о том, что дальше не сделано тут. Я думаю, при желании вмятин найти тут можно. Не одну. Ну, пока, еще раз повторяю, надо сделать все вот эти вот вмятинки. А потом уже думать, а что делать дальше. Вот так будет получше. Вот капот. Здесь вот подходит масса, которая где-то вот натирает. Вот натертое место. Ну то бог с ним. Вот. Мне мешала третья дверь. Вот. Болтушу накрутил. Вот здесь я не стал мудрствовать. А сильно я просто взял и отчекрыжил провода двумя разными длинными. И они по цветам разные. Вот и все. Мне тут заниматься этой фигней. Вот они все детали пошли на склад. Вот, как я уже говорил, я в двух разных местах разрезал. И вот так они спрятаны. Поры. Все это внутри под обшивкой. Можно там либо спаять, либо скрутить, либо кто как хочет. Я как бы некогда мне этим заниматься. И тут еще один нюансик на капоте. Вот это вот все. Тут оно уже не везде и не все держит. Но опять же, все это придется удалять. Вот. Надо просто совать это с хозяином. Все эти нюансы. Или если часами берут, убирают. Вот и все.